Сегодня глава Чувашии провел совещание с главами администрации муниципальных районов и городских округов, членами Кабинета министров Чувашской республики. Руководитель региона представил участникам заседания нового заместителя председателя Кабинета министров Чувашской республики Александра Николаева. В его компетенции будут находиться вопросы безопасности и взаимодействия с органами правопорядка. Это особенно актуально в свете последних печальных событий в Керчи. На совещании обсудили вопросы организации работы по сбору и вывозу мусора в муниципалитетах в связи с переходом на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, а также вопросы реализации на территории Чувашской республики в 2018 году приоритетного проекта формирования комфортной городской среды. Это очень важно.